Друзья, всем привет! Вы на канале Рыбачьи удовольствие. Меня зовут Роман. Я из города Героя Мурманск. Съездили мы вчера на рыбалку. Вот, отловились. Первый лед открыли, как бы туда-сюда. Но пошла оттепель, и сейчас как-то немножко страшновато выходить на первый лед. Вот. Так что решил запулить другое видео. Посолить семгу. Будет называться. Как семга слабой соли. Вот, как ее посолить. Ну, соответственно, берем семжину. Так, дощечка. Их. Рыбка. Рыбка поймана в море. Вот. Клопы есть. Соответственно, сама рыбка. Соль, нож, точилка для ножа, ну и, соответственно, пакетики. Один для ухи, там голова, хвост уйдет и хребет. А второй под кишки, жабры, то есть на выброс будет. Что делаем для начала? Для начала ее скрываем. В такой рыбе сюрпризов редко бывает. Если он есть, то очень там икра незрелая, грубо говоря. Скрываем рыбку полностью. Достаем жабры. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, это все, что было в рыбе. Ни молока, ни икры нету. Так. Вскрыли рыбку. Удаляем почку у нее. Она нам не нужна. Да и так портит вид она. Ну и берем салфетки. Убираем рыбку. Вот и все. Убираем, удаляем. Так, убираем эту пленочку, которая здесь у нас остается, она нафиг не нужна. Так. Так, ну и что дальше? Дальше мы отрезаем на уху. На уху пойдет. Хвостик тоже на уху. Ай, на кость попала. Так. Ну и, соответственно, хребет тоже. Пойдет.
Мы с вами. Разделываем. Получается у нас вот такая рыбка. Ну и, соответственно, плавнички обрезаем тоже, но на уху уйдут они у нас. Ну и, соответственно, вторая половинка рыбки. Так, много срезал, но зато ухе будет. Так, суповой наборчик убираем. Ну и, соответственно, осталось у нас две вот такие половинки. Берем соль. Крупную. С сахаром уже смешанная. Вот. Фракция. Кто хочет посмотреть, такая фракция. Ну и засыпаем. Можно сделать надрезы, чтобы она быстрее просолилась там, еще как-то, но кому как нравится. Мне, я не надрезаю, пересыпаю солью. Крупно. Вот такие большущие попадаются. Нормально это. Складываем. Можно в какую-то тару, можно там нарезать кусками. Вот. Убираете в холодильник. Буквально, я не знаю, там 12-24 часа. Продержали ее, и она у вас будет очень вкусной. Нарезаете тонкими ломтиками и кушаете ее. Ну что, соответственно, все посолили рыбку, солью пересыпали. В данный момент я убираю ее в пакетик. Потому что ее отвозить надо. Люди попросили засолить. Подписывайтесь на канал. Ну и, соответственно, встретимся в следующий раз. Всем пока.